Меня зовут Виктор, моя фамилия Васильев, я работаю в школе независимости Валентины Новиковой, я консультант-терапевт и, кроме того, я еще методист школы независимости, то есть я занимаюсь разработкой всевозможных материалов, материалов для программ, материалов для обучающих программ и всего того, чем школа независимости живет и жива вот, с момента ее основания и по всю пору, по сей момент. Одной из моих специализаций является обучение персонала, то есть мы организуем ежегодные школы для консультантов, на которые приезжают люди из разных концов страны, из других городов, из-за границы. Помогаем людям образовываться и ориентироваться на поле терапии зависимости, выбрать для себя значимые и успешно работающие методики. Кроме того, я занимаюсь программами стажировок для людей, которые хотели бы пройти эти стажировки в нашем центре. Соответственно, люди, которые к нам приезжают, как правило, встречаются со мной на начальном этапе. Они получают планы стажировок, они под них разрабатываются методики, модели. Ну и, соответственно, все это часть моей работы.